Попробуйте представить себе, что был проспект в недалеком прошлом тихой провинциальной улицей, крытой булыжником. Бывшая площадь Калужской заставы носит ныне имя Юрия Алексеевича Гагарина. Ленинский проспект стал первой земной трассой космонавта номер один по возвращении из космоса. Со Внуковского аэродрома на Красную площадь. Помните строки Александра Твардовского? Ах, этот день 12 апреля, как он пронесся по людским сердцам. Казалось, мир невольно стал добрее своей победой, потрясенный сам. Какой гремел он музыкой вселенской, тот праздник в пестром пламени знамен, когда безвестный сын земли смоленской землей планетой был усыновлен. И неизменен жребий величавый, на нем горит печать грядущих дней. Что может смерть с такой поделать славой, такая даже не подсудна ей? С площади Гагарина начинается новый участок Ленинского проспекта, проложенный в 1957 году. Идея развивать строительство в юго-западном направлении родилась вскоре после революции. Архитектор Жолтовский вспоминал: «Ленин горячо поддержал эту мысль. Слушая Ленина, я отчетливо представлял себе, каким прекрасным городом должна стать будущая Москва». Среди жилых домов Ленинского проспекта выделяется здание ВЦСПС, построенное архитектором Власовым, создателем Крымского моста, многих кварталов Юго-Запада и центрального стадиона в Лужниках. Юго-Запад для Москвы не просто географическое понятие. Он стал как бы своеобразным строительным полигоном столицы. В генеральном плане 1935 года Юго-Запад назван наиболее здоровой для жилья и удобной по расположению территории. От крошечных особнячков Якиманки до суперсовременных многоэтажных громад, таков разбег Ленинского проспекта во времени. Последние дома на Ленинском. С ними прощаются те, кто покидает Москву, спешит в аэропорт. С ними здороваются новоприезжие. Внуково. Один из четырех воздушных причалов столицы. Винимся. Мы нарушили строгую географию сегодняшнего нашего путешествия. Ведь находится аэропорт в 30 километрах от городской черты. Но уж больно хотелось нам услышать еще раз немолчный шум небесного прибоя. Встретить сограждан своих, прибывших сегодня в Москву, впервые или в десятый, в сотый раз. И вместе с ними порадоваться предстоящей встрече с великим городом. И чтобы мудро все понять и в эту радость окунуться, уехать надо и опять к родному берегу вернуться.